В конце 1960-х годов семейство городских автобусов Икарус 556 и Икарус 180 стало медленно, но верно устаревать. Для их замены конструкторы завода начали разработку машин нового поколения. Главным новшеством 200-й серии стала модульная конструкция, которая позволила создать массу модификаций под любые нужды потребителей. Автобусы, построенные по этому принципу, позволяли комбинировать количество дверей, изменять длину, варьировать двигатели и коробки передач. В результате для обозначения подмодификации, оснащенной иным двигателем или исполнением салона, пришлось добавить двузначный индекс. Так, Икарус 280.03 – это пригородный сочлененный автобус с четырехрядной планировкой салона и одной дверью в прицепе и тягаче, а модификация 280.33 – городской автобус с четырьмя дверьми, накопителем и смешанной планировкой. Помимо 16,5-метровой версии существовал удлиненный до 18 метров вариант с индексом 283, а также одиночная машина, получившая индекс 260. Кузов вагонного типа, построенный на мощной раме фермы и обшитый стальными формированными и дюралюминиевыми панелями, по форме представлял собой почти правильный параллелепипед, лишь скругленный передней маской и слегка наклоненными панорамными ветровыми стеклами. Но именно это сделало Икарусы такими запоминающимися, их просто невозможно спутать с другими автобусами. За свой кузов 200-е семейство получило серебряный кубок принца Монако, а также золотой диплом Лейпцигской ярмарки и серебряный кубок французской ассоциации кузовных ателье. Первые серийные автобусы сошли с конвейера в 1973 году. В отличие от советских автобусов, самым современным представителем которых был ЛиАЗ-677, венгерские машины имели двигатель, размещенный в пределах базы, что позволило добиться оптимального распределения нагрузки между осями и, как следствие, абсолютно ровного пола по всей длине салона. Правда, пришлось пожертвовать высотой ступеней. Зато доступ к двигателю и коробке передач из салона упрощен максимально. Для этого в полу салона размещалось несколько больших люков. Внутренняя обшивка автобуса была выполнена из трудногорючей фанеры и слоистого пластика, а пол из древесных плит прикрыт резиновым ковром. Необходимую ротацию пассажиров обеспечивали 4 ширмовые двери с пневмоприводом. Главными достоинствами пассажирского салона стали хорошая вентиляция и широкий проход, но, как известно, идеальных автомобилей не бывает. Пассажиры с самого начала жаловались, что зимой в венгерских автобусах холодно и стекла изнутри затянуты инеем. Причина этого факта была проста. В конструкции автобуса применили автономный отопитель, питающийся дизельным топливом и связанным с системой охлаждения двигателя. К слову, попутно с основными функциями по обогреву салона он служил и предпусковым подогревателем. В результате водители в попытке сэкономить несколько литров дизельного топлива нередко попросту отключали систему в течение дня. Всего в салоне было только 35 посадочных мест, что вкупе с большими накопительными площадками обеспечивало размещение до 160 пассажиров. Под стать салону была и кабина автобуса, более просторная в сравнении с советскими аналогами. Она имела более удобное водительское сиденье, продуманные места для мелочевки и несколько крючков для одежды, а также привычные всем спидометр и тахометр. Помимо этого, руль имел мощный гидроусилитель, собственный пневмоусилитель имел и сцепление. Не менее интересной у автобуса была и подвеска. Каждый мост автобуса подвешивался на пневмобаллонах, что помогло добиться хорошей плавности хода. Тормозная система с барабанными тормозными механизмами и пневматическим приводом была разработана так, что при отсутствии давления воздуха в контуре стояночный тормоз разблокировать было невозможно. При работающем же двигателе компрессор быстро накачивал необходимое давление в ресиверы, расположенные почти под рабочим местом водителя. Со скоростью 60 км в час тормозной путь 16,5-метрового автобуса, снаряженного массой в 12,5 тонн, составлял всего 31,5 метр. Поставки гармошек в Советский Союз в далеком 1973 году открыл Икарус 280.01. Автобусы были окрашены в традиционный для СССР оранжевый цвет и отличались небольшими форточками в четверть окна, а салон имел белые поручни и отделку в светлых тонах. Водителю досталась собственная перегородка в передней двери, отделявшая кабину от салона. Под полом пассажирского отсека разместился рядный шестицилиндровый двигатель Рабоман D2156. Двигатель рабочим объемом 10,35 литра имел комбинированную систему смазки и развивал 190 лошадиных сил и 710 ньютон-метров крутящего момента. Блок цилиндров расположили горизонтально, благодаря чему мотор получился очень компактным, что хорошо сказалось на снижении центра тяжести и делало Икарусы устойчивыми к опрокидыванию. С мотором сагрегатировали пятиступенчатую механику. Ресурс венгерского двигателя при грамотном уходе был очень высок. До капитального ремонта Рабо должен был пробежать 500 000 километров, а
а проведенный вовремя капремонт продлевал жизнь мотору еще на 150 тысяч. Из Венгрии вместе с автобусами приходили комплекты специального инструмента, предназначенные для выполнения ремонта и обслуживания автобусов. Такого наши транспортники еще не видели. Для обучения механиков специалисты завода предоставляли подробные пособия по эксплуатации и сервисному обслуживанию. Причем это могли быть не только брошюры или плакаты, но даже и учебные классы, где узлы и агрегаты устанавливались в разрезе. В 1984 году на смену модификации 01 пришла 33, в которой появилась новая шестиступенчатая механика CF. Изменения коснулись и салона. Цвет поручней сменился на менее маркий, черный, а на смену узким форточкам пришли высокие, размером в полокна. Чуть позднее, для увеличения мощности, двигатели автобусов стали оснащать турбонаддувом. В 1989 году в Союз начали поставляться модификации с индексом 64, которые отличались от предшественников более современными двухстворчатыми планетарными дверьми. В салоне появились новые сиденья, плоские люминесцентные плафоны и иная перегородка кабины водителя. В начале 1990-х годов устаревший двигатель D2156 был заменен на более современный с индексом D10, также выпускавшимся на заводе в городе Раба по лицензии МАН. Как и D2156, это был 210-сильный горизонтальный дизель с турбонаддувом, рабочий объем которого составлял те же 10,35 литра. В зависимости от модификации он мог отвечать экологическим нормам Евро-1 или Евро-2. Конструкция мотора претерпела существенные изменения, из-за чего пришлось менять компоновку моторного отсека. Появились новые насос-форсунки, выпускаемые по лицензии Bosch, гидроусилитель руля и компрессор перенесли с левой на правую сторону двигателя. Городской автобус, подолгу стоящий в пробках, а также часто разгоняющийся и останавливающийся, потребовал более мощной системы охлаждения. Вентилятор сделали электрическим, а площадь поверхности радиатора была увеличена почти в полтора раза. Шестиступенчатая коробка передач осталась прежней, зато под новый двигатель разработали новое сцепление с корзиной лепесткового типа. В конце 1990-х годов были модернизированы мосты Раба, а также изменилось расположение заливных горловин для масла. В течение двух десятилетий Икарус 280 оказался единственным поставляемым в Советский Союз автобусом особо большого класса, способным справиться с пассажиропотоком крупных городов. В конце 80-х годов в крупных городах вышли гармошки 18-метровой длины с индексом 283. Из-за возросшей нагрузки на ось прицепа ее пришлось сделать двухскатной, тем самым ликвидировав поворот задних колес, что сразу в худшую сторону сказалось на маневренности. Позднее на рынке крупных городов России поставляли автобусы 400-й серии с пониженным уровнем пола и двигателем в прицепе. Сам же 280-й пережил 283-го и более современный Икарус 435. После распада СССР прямые поставки венгерских автобусов были сокращены. Не каждый город был готов выложить за Икарусы, ставшие полноценными иномарками, солидную сумму. Если поставки одиночных Икарус 260 можно было хоть как-то компенсировать выпускающимися ЛиАЗ-52-56, то собственной гармошки в России уже не было. Конечно, попытки наладить выпуск сочлененных машин предпринимались многими отечественными предприятиями. Свои гармошки предлагали, например, ГАЛАЗ, освоивший в подмосковном Галице на выпуск лицензионной копии автобусов Mercedes О405 под именем «Россиянин», да Альтерна, выпускающая весьма простые автобусы собственной разработки. Но цены на модели и объемы выпуска не соответствовали запросам городов. Автотранспортные предприятия начали искать выход из положения самостоятельно. Из стран Восточной Европы и Германии закупались как одиночные, так и сочлененные автобусы Икарус, Мерседес, МАН и Вольво, бывшие в употреблении. В 1993 году началась отверточная сборка Икарусов 280 на мощностях Тушинского машиностроительного завода, по большому счету удовлетворяющих потребностям Москвы в такого типа автобусах. Из Венгрии автобусы приходили своим ходом, а в Тушино устанавливались сиденья и обшивка салона. Позднее гармошки собирались на Курганском автобусном заводе, в основном для поставок в Екатеринбург. Небольшое количество автобусов для Минска собрал белорусский промышленный холдинг «Амкадор». Производство Икарусов 200-й серии прекратилось в 2001 году вместе с закрытием самого завода. Несмотря на окончание производства, 2001 год, разумеется, не стал порой исчезновения гармошек с венгерскими корнями с городских улиц. Более того, где-то они коптят небо и сегодня. Чаще всего, в буквальном смысле, состарившиеся, обветшавшие и доживающие свой век в мелких автобусных парках.